Примите ваше поздравление. Ваш новый садовый бассейн – это вложение, которое обеспечит многие годы удовольствия и хорошей физической формы вам и вашей семье прямо в вашем внутреннем дворике. Данный видеофильм продемонстрирует легкость, с которой вы сможете установить ваш собственный бассейн. Фильм предназначен для дополнения к инструкции по установке. Даже если вы заметите какие-либо различия и несоответствия между вашим бассейном и тем, что показано на видео, установка всегда будет производиться согласно общей процедуре. Всегда обращайтесь к вашей инструкции в специфических деталях, касающихся конкретно вашего бассейна. Старайтесь не забывать о существенных моментах, показанных на пленке, и следуйте инструкции, чтобы избежать любой возможной ошибки. Чтобы установить ваш новый бассейн, вам не нужно каких-то специальных инструментов. Только лопата, грабли, отвертка, планка с сечением 5-10 см, колышек или колышки, рулетка, краска в аэрозольной упаковке и плотницкий уровень. Мы думаем, что вы найдете этот фильм простым и достаточно детальным для достижения успеха. Выбор места для бассейна – вероятно, самое важное решение, которое вам предстоит принять при его установке. Среди принципиальных факторов, которые вам нужно будет рассмотреть – муниципальные законы, ограничивающие расстояние между бассейном и вашим забором или границей собственности, воздушные провода и подземные газовые, водяные или телефонные коммуникации. Теперь, когда вы выбрали наиболее подходящее место для бассейна, начинаем разметку выкройки бассейна на газоне. Отмеряя от внешнего периметра радиус бассейна, определите приблизительный центр бассейна и добавьте 15 сантиметров для зазора. Вбейте на этом месте в землю колышек, который будет обозначать центр бассейна. Теперь при помощи рулетки отмерьте опять радиус бассейна и начинайте промечать окружность бассейна при помощи баллончика с краской. Когда это будет сделано, вы сможете оценить точное положение бассейна, которое вы выбрали. Если у вас есть какие-либо сомнения, еще не поздно внести изменения. Теперь, когда контур бассейна, наконец, благополучно нанесен, следует снять всю траву на предполагаемом месте бассейна. Лопатой надрежьте траву по линии краски по границе бассейна. Затем нарежьте траву на полосы примерно 40 сантиметров шириной. Начните с одного конца полоски и скатывайте дерн до разумного объема, а затем уберите дерн с ложа бассейна. Возможно, вы захотите использовать этот дерн где-нибудь еще на вашей территории. Бассейны следует всегда помещать на уровне поверхности. Конечно, это возможно не всегда, и данная практическая установка не исключение. Участок, представленный здесь, снижается к внешнему забору. Поэтому для достижения базового уровня понадобится некоторый объем земляных работ. Всегда определяйте нижнюю точку площади бассейна и снимайте грунт до этого уровня. Ни в коем случае не подсыпайте низкие участки для достижения уровня. Если сделать это, в будущем могут возникнуть проблемы с устойчивостью бассейна. Чтобы определить объем почвы, который необходимо вынуть, вновь отметьте центр бассейна и забейте колышек в землю. Используя планку с сечением 5-10 см и уровень, поместите планку на колышек и направьте планку на самое нижнее место на территории бассейна. Убедитесь, что брусок отвешен, и производите замер. Вы заметите на этом конкретном примере, что между низом планки и поверхностью земли расстояние равно примерно 5 сантиметрам. Поворачивая планку по полному кругу, как стрелку часов, вы определите высокие и низкие точки. Поместите уровень на планку и поворачивайте его кругом таким же образом. Это поможет определить, сколько грунта надо будет снять. Начиная с самого высокого края ложа бассейна, снимаем примерно 5 сантиметров почвы, постепенно уменьшая объем среза, пока не достигнем другого конца бассейна. Когда вся лишняя земля вынута и уровень по всему бассейну приведен, необходимо затратить еще небольшое дополнительное количество времени для подготовки поверхности и удалить камни, корни растений и другие предметы, которые могут представлять опасность для полотна бассейна.
Теперь, когда уровень бассейна установлен, открывайте коробку с конструкцией вашего конкретного бассейна. Достаньте части из коробки и сложите их аккуратно в безопасном месте. Обратитесь к вашей инструкции по установке по поводу уточнения размера и модели бассейна, который вы купили. В коробке должен содержаться полный список конструкций. Проверьте их еще раз. Отметьте, что в наличии гальванизированные нижние направляющие двух размеров, которые телескопически вставляются друг в друга, как показано. Проложите соответствующие большие и малые направляющие по окружности вашего бассейна. Вставьте малые рельсы в большие, примерно на 2,5 см с каждого конца. Затем перепроверьте радиус бассейна и стабилизируйте нижние направляющие, забив колышки по внешнему краю круга. Это поможет предотвратить нижнюю направляющую от сдвигания во время последующих шагов по установке бассейна. Также в это время нужно развернуть само полотно бассейна и поместить его на солнце в безопасном месте. Это поможет распрямить все складки. Пора принести песок. Чтобы защитить нижний рельс, когда его переезжает колесо тачки, не забудьте проложить камни в виде пандуса. Распределите песок ровно, чтобы сформировать глубину в 2,5 см. Поскольку песок доступен, рекомендуется обеспечить защитный слой под бассейном, на котором будет покоиться полотно. Не насыпайте песок вплотную к рельсу, так как это помешает установке боковых стенок. Теперь мы готовы воздвигать стенки. Это следует делать в спокойную погоду, когда ветер дует не сильно. Принесите стенку в центр бассейна и поместите ее на лист фанеры. Раскрепите рулон и начинайте разворачивать стенку. Если в вашем бассейне будут отверстия для впуска и выпуска воды, это следует продумать заранее. Вы должны определить, прежде чем помещать стенку в направляющие, где наиболее логично разместить фильтр и насос. Перед тем, как вставлять стенку, хорошо бы попросить соседа о помощи. Предполагается, что кто-то будет поддерживать стенку, пока вы будете вставлять ее в направляющие. Когда вы размотали всю стенку, может оказаться, что она перекрывается по длине или, наоборот, имеет зазор. Это не проблема. Подгонка производится увеличением или уменьшением длины малых направляющих, находящихся внутри больших. Когда стенка поставлена, вставьте болты с внутренней стороны стенки и закрутите гайки снаружи. Удостоверьтесь, что болты есть в каждом отверстии. Надежно закрепите болты и покройте головки несколькими слоями клейкой ленты, которая будет служить защитой для полотна. Разложите вертикальные стойки вокруг бассейна. Нижняя сторона стоек имеет форму крючка, а верх плоский. Чуть-чуть отодвигая стенку от направляющей, вставляйте крючок в вертикальную стойку. Подвиньте стенку и тщательно вставьте стойку в паз направляющей. Сверху временно закрепите стойку на месте. Проделайте это со всеми стойками по всему бассейну. Одну из стоек поместите на месте соединения стенки, чтобы закрыть головки болтов и улучшить внешний вид. Уберите фанеру и разбросайте песок граблями к краям бассейна, заодно убирая камешки и острые предметы. Сформируйте свод из песка или просеянной почвы, по крайней мере, в 15 сантиметров высотой у стенок бассейна. Это очень существенно для предохранения полотна. Принесите полотно, поместите его аккуратно внутрь и натяните на стенку, стараясь не нарушать ровной поверхности песка. Для лучшего прилегания полотна и расправления складок используйте обычную щетку. Полотно будет держаться при помощи пластиковой ленты колпака. Когда вы его завернули, открепите клейкую ленту от стоек так, чтобы захват оказался с внешней стороны стоек и колпака. Так же, как и у нижних направляющих, у верхних есть маленькие и большие отрезки. Разложите направляющие, соответственно, большие и маленькие вокруг бассейна.
Вложите маленькие в большие и наденьте их поверх стенки и колпака. Сделайте это по всей окружности бассейна. Когда вы доходите до рейки, направляющий идет поверх нее, держа рейку вплотную прижатой к стенке и колпаку. Подгоните направляющий по всему кругу, пока все они не окажутся плотно вставленными в пазы на одинаковом расстоянии. Заполните бассейн водой на 2 сантиметра и расправьте пленку на дне стенок, начиная от центра к стенкам. Теперь пора наполнять бассейн водой примерно на 5 сантиметров ниже впускных и выпускных отверстий. Это поможет удостовериться, что полотно прижато к стенкам, когда вы будете вырезать отверстие для входа и выхода воды. Используйте острый нож и аккуратно вырежьте полотно вдоль отверстия в стенке. Затем присоедините фильтр и насос, следуя инструкции по установке. Следующее, что нужно поставить, это отверстие для выпуска воды. Наденьте триску и изнутри бассейна просуньте ее в отверстие. Заверните другую прокладку над отверстием снаружи. Насос должен стоять на каменной плите. Продолжайте заполнять бассейн, пока вода достигнет 15 сантиметров от его поверхности. Это уровень, который необходимо соблюдать для правильной циркуляции. Лестница имеет отдельную инструкцию по установке и список составных частей. Присоедините штанги лестницы к V-образной формы трубе и закрутите винты. Вставьте длинный винт в одно из отверстий в ножке через пластиковую ступеньку и присоедините его к противоположной штанге. Наконец, наденьте пластиковые колпачки на все концы штанг, чтобы не повредить полотно бассейна, когда лестница будет находиться внутри бассейна. Итак, установка показалась не такой сложной, как вы себе представляли, не так ли? Установка, который вы только что наблюдали, одна из типичных. Бассейн, который вы хотите установить, может выглядеть чуть иначе, да и расположение на вашем участке может быть другим. Однако основные принципы установки не отличаются от тех, что вы видели сейчас. Запаситесь временем и терпением, и вы и ваша семья скоро будут купаться в собственном бассейне. Садовые бассейны могут обеспечить долгие годы радости и развлечений для всей семьи. Однако необходимо соблюдать важные требования безопасности. Необходимо постоянно наблюдать за детьми. Не ныряйте и не прыгайте в садовый бассейн. Такое неосторожное поведение может привести к серьезным травмам.
мы категорически предупреждаем вас и вашу семью воздержаться от подобных действий. И удостоверьтесь, что все, кто будет пользоваться вашим бассейном, предупреждены об этом. Никогда не оставляйте лестницу внутри, если бассейном не пользуются. Соблюдение этих простых требований обеспечит вашей семье годы радости и удовольствия. Примите наши поздравления. Ваш новый садовый бассейн – это вложение, которое обеспечит многие годы удовольствия и хорошей физической формы вам и вашей семье прямо в вашем внутреннем дворике. Данный видеофильм продемонстрирует легкость, с которой вы сможете установить ваш собственный бассейн. Фильм предназначен для дополнения к инструкции по установке. Даже если вы заметите какие-либо различия и несоответствия между вашим бассейном и тем, что показано на видео, установка и круглого, и овального бассейнов всегда будет производиться согласно общим основным принципам. Мы начнем с установки круглого бассейна и в течение дополнительных нескольких минут осветим все различия, а в конце фильма расскажем об установке овального бассейна. Всегда обращайтесь к вашей инструкции для информации о деталях, касающихся конкретно вашего бассейна. Старайтесь не забывать о существенных моментах, показанных на пленке, и следуйте инструкции, чтобы предотвратить любую возможность ошибки. Чтобы установить ваш новый бассейн, вам не нужно каких-то специальных инструментов. Только лопата, грабли, отвертка, планка сечением 5 на 10 сантиметров, колышек или колышки, раздвижной гаечный ключ, рулетка, краска в аэрозольной упаковке и плотницкий уровень. Мы думаем, что вы найдете данный фильм достаточно легким и детальным для достижения успеха. Выбор места для бассейна, вероятно, самое важное решение, которое вам предстоит принять при его установке. В инструкции есть рекомендации по планировке, которые помогут вам принять решение. Среди принципиальных факторов, которые вам нужно будет рассмотреть, муниципальные законы, ограничивающие расстояние между бассейном и вашим забором или границей собственности, воздушные провода и подземные газовые, водяные и телефонные коммуникации и другие моменты, рассмотренные в вашей инструкции. Теперь, когда вы выбрали наиболее подходящее место для бассейна, начинаем разметку выкройки бассейна на газоне. Отмеряя от внешнего периметра радиус бассейна, определяем приблизительный центр бассейна, добавив 15 сантиметров для зазора. Например, устанавливаемый бассейн имеет 460 сантиметров в диаметре. Таким образом, расстояние от внешнего периметра будет половиной диаметра, то есть 230 сантиметров плюс дополнительные 15 сантиметров, что составит 245 сантиметров. Вбейте в землю в этом месте колышек, который будет обозначать центр бассейна. Теперь при помощи рулетки отмерьте опять от середины 245 сантиметров и начинайте промечать окружность бассейна при помощи баллончика с краской. Когда это будет сделано, вы можете оценить точное положение бассейна, которое вы выбрали. Если у вас есть какие-либо сомнения, еще не поздно внести изменения. Сейчас, когда контур бассейна, наконец, благополучно нанесен, следует снять всю траву на предполагаемом месте бассейна. Лопатой надрежьте траву по линии краски по границе бассейна. Затем нарежьте траву на полосы примерно 40 сантиметров шириной. Начните с одного конца полоски и скатывайте дерн до разумного предела и убирайте дерн с ложа бассейна. Возможно, вы захотите использовать этот дерн где-нибудь еще на вашей территории. Бассейны следует всегда помещать на уровне поверхности. Конечно, это возможно не всегда, и эта практическая установка не исключение. Участок, представленный здесь, снижается к внешнему забору. Поэтому для достижения базового уровня понадобится некоторый объем земляных работ. Определите нижнюю точку площади бассейна и снимайте грунт до этого уровня. Ни в коем случае не подсыпайте низменность для достижения уровня. Если сделать это, в будущем могут возникнуть проблемы со стабильным положением бассейна. Чтобы определить объем почвы, который необходимо вынуть, перенанесите центр бассейна и забейте колышек в землю.
Используя планку сечением 5 на 10 сантиметров и уровень, поместите планку на колышек и поставьте планку на самое нижнее место на территории бассейна. Убедитесь, что брусок отвешен, и производите замер. Вы заметите на этом конкретном примере, что между низом планки и поверхностью земли расстояние равно примерно 5 сантиметрам. Поворачивая планку по полному кругу, как стрелку часов, вы определите высокие и низкие точки. Поместите уровень на планку и поворачивайте его по кругу таким же образом. Это поможет определить, сколько грунта надо будет снять. Начиная с самого высокого края ложа бассейна, мы снимаем примерно 5 сантиметров почвы, постепенно уменьшая объем среза, пока не достигнем другого конца бассейна. Когда вся лишняя земля вынута и уровень по всему бассейну приведен, необходимо затратить еще некоторое количество времени для подготовки поверхности и удалить камни, корни растений и другие предметы, которые могут представлять опасность для полотна бассейна. Теперь, когда уровень бассейна определен, пора открыть коробку с конструкцией вашего конкретного бассейна. Достаньте части из коробки и сложите их аккуратно в безопасном месте. Обратитесь к вашей инструкции по установке по поводу размера и модели бассейна, который вы купили. В коробке должен содержаться полный список конструкций. Сверьте его еще раз. Разложите соответствующие большие и малые направляющие пластины для основы по окружности вашего бассейна. Когда вы это сделаете, станет ясно, где поместить опорные плиты. Также в это время нужно развернуть само полотно бассейна и поместить его на солнце в безопасном месте. Это поможет расправить все складки. Мы советуем поместить опорный камень под каждую вертикальную стойку для дополнительной устойчивости. Основное – добиться, чтобы вся конструкция бассейна располагалась на опорах, как можно более надежных. С особой тщательностью следует отнестись к выравниванию опорных камней, так как это особенно важная фаза их установки. Как только все камни установлены и уравнены с грунтом, используйте планку, чтобы проверить уровень каждого камня относительно следующего камня. Небольшое количество дополнительного времени, которое вы затратите на этой фазе, обеспечит вам уверенность в надежности установки. Теперь, когда вы приготовили уровень и надежную основу для установки и готовы воздвигать стенки, вы можете присоединять нижние направляющие и базовые пластины. Расположив базовые пластины в центре опорного камня, просто вставьте направляющие в базовую пластину, как показано здесь. Соедините направляющие приблизительно на 1,3 см или 3,8 см. Закончите процедуру установлением баланса нижних направляющих и базовых пластин. Вы можете заметить, что базовые пластины вашего бассейна могут отличаться от показанных здесь. Это не следует принимать во внимание, так как вид пластин может быть различен для разных моделей бассейна. Ваша инструкция по установке поможет вам определить тип используемых пластин. Теперь настало время принести песок. Распределите песок ровно на одинаковую глубину в 5 сантиметров. Это важно для обеспечения защитного слоя на дне бассейна, на котором будет покоиться полотно. Не насыпайте песок вплотную к направляющей, так как это помешает установке боковых стенок. Теперь мы готовы воздвигать стенки. Это следует делать в спокойную погоду, когда ветер дует не сильно. Достаньте стенку из коробки. Убедитесь, что вы запомнили, где верх. Это важно для того, чтобы отверстие, прорезанное под скиммер, находилось в верхней области стенки. Принесите стенку в центр бассейна и поместите ее на лист фанеры. Раскрепите рулон и начинайте разворачивать стенку. Вы скоро увидите прорезанные отверстия, упомянутые выше, и должны решить, где наиболее логичное место для размещения скиммера, фильтра и насоса. Стенка должна начинаться в центре одной из базовых пластин, потому что вы наверняка захотите скрыть стык за одной из вертикальных стоек. Перед установкой стенки в исходное положение хорошо бы попросить соседа о помощи. Предполагается, что кто-то крепко поддержит стенку в вертикальном состоянии.
в то время как стенка будет вставляться в нижнюю направляющую. Когда вы установили примерно треть стенки, вернитесь на исходную позицию и наденьте стабилизирующие трубки на верхний край стенки. Эти стабилизирующие трубки соединяются между собой короткими соединениями по мере вашего продвижения. Следуя этой процедуре, стеной гораздо легче манипулировать по мере установки на место остальной части. Когда вы размотаете всю стенку, может оказаться, что она перекрывается по длине или, наоборот, имеет зазор. Это не проблема. Подгонка производится увеличением или уменьшением расстояния, разделяющего направляющие на базовых пластинах. Это достигается путем аккуратного подбивания пластин снаружи. В этот момент вы сдвигаете направляющие, или для того, чтобы убрать наложение краев стенки, следует слегка подбить пластинки изнутри, таким образом увеличивая расстояние между направляющими на базовых пластинах. Когда вы таким образом поработали над несколькими пластинами, аккуратно продвиньте стенку в соответствующем направлении до тех пор, пока отверстия в краях стенки не будут совпадать. Вы можете заметить,